4. Да что ж мне 4? 4 я сегодня вела день, 17 сентября, 17 год, Харьков. Вперед! Скоро уже до финиша доберемся. О, тут уже даже встречный велосипедист. Осталась у нас одна достопримечательность. Это площадь Конституции. Там же Успенский собор, Покровский собор. Сейчас все увидим. Мама дорогая. Дом со шпилем, господи, ну какие тут красоты! Вот это правильное решение, тут сейчас будет отличный ракурс. Да. Это я ехал как бы в хвосте колонны, да? Так, градусник 24 градуса. Ёлки-моталки. 17 назывался сентября. Дима, я тут, Дима. Да, в принципе, можно просто отсюда людей поснимать. Ой, и не людей. Thank you.
Ну, мог бы просто туда приехать, так что будет. Он сейчас там уже бегает. Мазар. Да. Можно было с самого начала здесь стоять и все снимать. Но, конечно, отказывать себе в удовольствие прокатиться я готов не был. Дим, ты знаешь, с какого года? Черт, у тебя резина лысая. Да, полуслики, классная вещь. Вообще не пробиваются, ты знаешь. Вообще, я, ну, просто по сравнению с тем, что было вот такое, когда у тебя, я, ну, раз в неделю так точно дырку делал. Я говорю, знаешь Покровский собор, когда построен? Когда? В 1000, обрати внимание, 689 году. Уже каменное здание было. 689. А в Варшаве в том году на площади спалили какого-то атеиста. У них людей полили, а у нас уже собор поставили, представляешь? Атеиста? Атеиста, да. За то, что он атеист, его спалили. Инквизиция какая-то. Очень по теме вела дня, я вспомнил про инквизицию, да? Ну ладно, поехали на квитки Основьяненко, да? Да вот уже все. Вот это же ее сегодня перекрыли, будет она пешеходная целый день. Пешеходная зона сегодня, да? Ну да, ее хотят сделать пешеходной вообще постоянно. Но пока только так. На время велодней и прочих радостей жизни. Вот туда. Ну туда страшно заходить, ты понимаешь? Педалями зацепишься, только всем клубком потом выйдешь. Останешься без педалей. А, что надо тебе пойти там? Караул. Этого я уважаю, чтобы песня была самая правильная. Не, образ был бы яркий, я не смеялся. Да, но тут уже лучше пешочком. Посмотрим, какие у нас там праздничные мероприятия организовали организаторы. Спасибо им, конечно, огромное. Ты пишешь на свое, да? Красота. Да, ну тут надо отвозить велик домой. И приходить сюда уже в пешем порядке. Иначе никак. Не, серьезно, я туда не пойду. Там же кто-то останавливается, и это значит все. Yeah.
сам финиш, по крайней мере, велосипедный.